Здорово, дружище. Купил, значит, вот такую штуку. Резинка с Алиэкспресса. Она мне уже давно пришла, я просто ее все откладывал. Ничего не делал, не менял, не ставил. И сейчас я думаю ее налепить. Как она будет держаться, ну, хрен его знает. Поэтому так. Что я хотел? Я хотел обезжирить поверхность. Есть у меня изопропиловый спирт. Ну, это уже здесь кончился, это я дополнительно залил новый. Снял я неопренку, ну, в принципе, защищала, ни родной коцки, ничего нигде нету. Причем цепью бывало дубасило так, что я с отключенным флажку, что за говно красное, с включенным, точнее, отключенным флажком, и она херачила нормально. Ну, в общем-то, ничего не случилось, и все нормально. То есть она как бы защищала. Нету ни коцок, ни царапин, хотя вот здесь есть какая-то маленькая, маленький скол, вот здесь есть. Не будет видно, темно, но пальцем чувствуется, есть маленькая здесь коцочка. Налепим эту, посмотрим, как будет сидеть. Обезжирить. А, получше. И как бы ее начать-то? Вот так влепить. Вот так. И уже загибать. Главное не закосячить. О, слушай, хорошенько держится. Очень плотно. Не хочет отлипать. Ну давай, может, с другого конца. О, пошло дело, ногтей нет. Оп. Отлично. Ну и лепим. О, очень липкая, слушай. Капец. Я примерно примерился уже, чтобы как-то... Опа. Очень-очень-очень липкая зараза. Опа. Зря сильно наклеил. Логотип не оторвать. Оп. Очень липкая зараза. Даже повторно прям липнет. Ну, то есть держаться она будет вообще прям шикарно. За счет этой всей липкости. Оп. 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 Чтоб воздуха там не осталось. Оп. И оп. Вот. Ой, прям на коцку вот эта штука легла. Там, где цепь, видимо, как-то нормально прилетала так. А вот хрен его знает, будет здесь коцать. Вот здесь точно будет прилетать по ней. Ну, от бокового удара. Можно было хоть оттуда дальше ее. Хотя, куда ее дальше, если она больше так никак не лепится. Ну, вот именно здесь она держится. Все.
Ну, посмотрим со временем, будет отклеиваться или нет. Ну, ее можно запросто отклеить, переклеить. Я думаю, тут клей такой, что он очищается. Воздуха не осталось. Ну и нормально. Вот такая штука. Сюда переключиться. Будет по этой бить. Надеюсь, цеплять не будет. Можно даже посмотреть. Попробовать. Так, убрать. Оп. Оп, 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 оп. Сейчас. Оп. Ну, нормально. Вот как-то так. Можно было наклеить ее по-другому. Но у меня как-то не видится этого ничего. Как ее приклеить еще? Я ее уже так и так прикладывал. Ну, вот эту можно было пододвинуть туда. Думаю, сейчас уже поздняк отклеивать. Хотя она отклеивается, но ну и клей, собственно, продолжает сохранять свое свойство. То есть можно ее перемерить, переклеить, как удобно. Ну, в общем, оставлю так. Посмотрим со временем, как оно себя будет чувствовать. Здесь даже выемка под протектор, если чтобы не попадало, не задевало. Если грязевой зазор маленький. Ну, в общем, она держится здорово. Все, ставь лайк, подписывайся. Пока особо не снимаю, но что-нибудь, когда-нибудь ожидайте.